харчевне темной, с обстановкой простой, где запах лака с ароматом фруктов слился. Я блюдом завладел с какой-то едой бельгийской. И жуя на стуле развалился. Я слушал бой часов, и счастлив был и нем. Когда открылась дверь из кухни в клубах пара, и в комнату вошла неведомо зачем служанка-девушка в своей косынке старой. И маленькой рукой, едва скрывавшей дрожь, водя по розовой щеке, чей бархат схож со спелым персиком, над скатертью склонилась, переставляясь прибором, и стала невзначай, и чтобы поцелуй достался ей на чай, сказала: «Щеку тронь, никак я простудилась».